Добрый день, приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы с вами приготовим супер раствор, который отмоет все без химикатов. Супер раствор, соответственно, домашнего приготовления. Данным раствором, то есть отмыть можно все: шкафчики, ванну, кухню, то есть что угодно, то есть отмывается все на ура. И также покажу сегодня этим, наведем раствор и помоем газовую плиту. Покажем вам эффективность данного раствора. Так, нам понадобится пол-литра теплой воды, так, пол-литра теплой водички. Соответственно, пропорции можете либо увеличивать, либо уменьшать, смотрите сами. Столовую ложку соды, обычная пищевая сода. Ложим столовую ложку пищевой соды, половину столовой ложки лимонной кислоты, пол ложечки, вот так, вот уже пошла реакция, и положим 2 столовые ложки уксуса. У нас столовый уксус. Также, если как бы желание есть, можете использовать уксусную эссенцию. Ну, соответственно, пропорции там, грубо говоря, пол столовой ложки положите, будет достаточно. Она столовая 9%, так что добавим 2 столовые ложки. Вот так. И вот наше средство. Все размешаем. Наше средство чудо готово. Сейчас вам покажу, как данным средством легко и просто отмыть газовую плиту. Так, вот у нас газовая плита. Видите, здесь и нога, которая не отскребается. Сейчас на данном средстве все легко уберем. Возьмем губку, обычную губку, вымочим в данном средстве нашем. Можете взять какую-то тряпку и все вот так здесь вот все хорошо замочить. Даже усилий не прилагая, уже все само оттираться начинает. Очень легко все отходит. Сильно горячую воду не надо делать. Руки жечь мы здесь не собираемся. Ну, даже без усилий, как вы видите, что там сильно что-то я тер, скрипсти, ничто не нужно, все само отходит. Сода абразивными свойствами обладает, уксус, лимонная кислота, то есть, соответственно, антипригар, накипь, и все, тряпочкой промокнем все это дело. Как вы видите, все чистенько и блестит. Весь нагар, накипь, то, что жирные пятна набрызгало все на плиту. Все отмылось до блеска. Подписывайтесь на наш канал, пользуйтесь нашими полезными советами. До новых встреч!